Всем привет, с вами Эрдамс. Не знаю для чего, почему, но я решил посмотреть удивительный цифровой цирк. Многие стали смотреть его, потому что просто какие-то колоссальные цифры у этого мультика. Не знаю, тоже посмотрю, почему бы нет, может действительно что-то стоящее и стоит 50 миллионов просмотров. Без понятия, ну я видел картинки какие-то странные, ну и все. The Amazing Digital Circus. Добро пожаловать в удивительный цифровой цирк! Меня зовут Кейн, я ваш конферансье. Я здесь, чтобы показать вам самые чудеса, отвисательные, сердцезабирательные, мозгосмирательные штуки, которые вы когда-либо видели. Не так ли, пузырек? Все так, Кейн. Что я должен увидеть, что ты приготовил сегодня? Что ж, не будем терять времени. Давайте же начинать шоу! Так. Я не знаю... Ой. Эйн, это одна из твоих NPC или новая лохушка? Потому что если это новый персонаж, то нам придется переделать всю заставку. Я это повторять не буду. Ой-ой, похоже, в этот мир прибыл новый человек. Как мне снять этот шлем? Просто тяни сильнее. У нас же получилось. В смысле? Почему она себе глаз пытается выдрать? Что происходит? Я надела какую-то странную гарнитуру, и теперь здесь... Кто вы такие? Почему я не могу ее снять? Где я? Просто постарайся успокоиться. Все будет хорошо, новенькая. Мы все через это прошли. Да. Тебе просто нужно собраться. Происходит? Что? Нет-нет-нет, дорогуша, здесь мы не приемлем всего сквернословия. Удивительный цифровой цирк — это место, которым наслаждаются зрители всех возрастов. Ты, подруга моя, попала в невероятный мир чудес, где все может случиться. Кроме... Прикольный персонаж. Боже мой. Ну, и как мне, ну знаешь... И слава богу, что цензура есть. Ну, не паникуй или типа того, но... мы не совсем... Никак. Что? Да, он прав. Добро пожаловать в новый дом. И новое тело. Я без понятия, что здесь будет. Это в смысле? Может, какой-то... может, какой-то жуткий трэш. Старина Королёр, вероятно, здесь дольше. Типа как в этом... Как игра называется? Это Флуфи Пупи Тупи, которая с синим чувачком зубастым длинным. Кто-то сказал, что на коллекции насекомых? И поэтому он свихнулся. Это все сон! И я должна просто подыгрывать, пока не проснусь, верно? Не. Думай, как хочешь, малая. Они сломали мою маску в комедии. Ну что, Кейн, будет сегодня приключение для новенькой или как? Смотрю, кролик тут главный. Устроить новоприбывший экскурсию по землям цирка. После вот этого мужичка. Здесь у нас шатер! Тут вы живете, а также занимаетесь самыми разными делами. Например, такими делами, как... Бассейны с шарами, мини-гольф и другое. А вот здесь наши земли. Утопись в нашем цифровом озере или прокатись на горках на цифровом карнавале. Ночью, днем, всем по делам. Тебе выбирать себе теплый прием. Это... Все, что есть? Конечно, нет! Здесь у нас пустота! Звойд! Не суемся в пустоту. Даже я не знаю, что там. Мы останемся здесь, где я смогу не спускать своих сотен семидесятых глаз с вас! Привет, Кейн, я люблю тебя. Пошли-ка отсюда, пока луна не завелась! Подожди, что-то... Воу! Уборку в номер! Я в деле, босс! Фу. Ну и гадость. Ну почему ты такой? Подожди, подожди!
Что это за дверь на выход, которую я там видела? Через нее можно уйти? Какой выход? Если бы был способ уйти, я уверен, мы бы уже все ушли. Да, о чем ты говоришь? Да, уверяю вас, не существует никакого волшебного выхода. Ты, наверное, просто испытываешь цифровые галлюцинации от моего перехода разума в цифровую плоскость. Но, клянусь, я видела его... Цифровые галлюцинации! Поговорим о чем-нибудь другом, например, твое имя. Мое имя? Меня зовут... О, боже! Почему я не могу вспомнить свое имя? Никто не может вспомнить свое имя, войдя в цифровой цирк. Одна из немногих вещей, которые я не могу контролировать, это ваш разум. Поэтому все, чем я могу помочь, это придумать новое. Как меня зовут? Не забивай свою головушку. Твое новое имя может быть каким угодно. Ну, что думаешь? Мне все равно. Просто выбери что-нибудь. Посмотрим. Что думаешь о X... Почему он так-то писал? Это XDDCC. Может, отсылка на что-то? Конечно. Помни. Думаю, я просто... Обалдеть, ты прав, Джекс. Мы должны устроить суперкрутое приключение для нашей новенькой Помни. Я сказал это минут пять назад. Ты любишь приключения? Увлечение? Удивление? Риск? Страх? Боль? Страдание? Огонь? Смех? Болезнь? Смерть? Ангельский пирог? Ням. Ах ты, паразит! Я так-то... Так я... как ты здесь новенькая, мы сделаем простое внутричковое приключение, которое покажет, как здесь все устроено. Что? Нет, блин, мне дизайн вот этого главного перса очень нравится. Не волнуйся, Зубл. Я сделаю его ненавязчивым, чтобы ты еще могла выбрать не участвовать. Сегодняшнее приключение... Собрать глоньков! Что это? Все верно! Это вот эти типы круглые. А что они такое? Рад, что ты спросил, Пузырек. Они маленькие. А что они делают? Они... А как они... Глоньки — это маленькие затняшки, что крадут все и вся на своем пути. Зачем эти гуманоидные ладушки это делают? Как их остановить? Блин, ну это выглядит как игра какая-то. Реально, что-то знакомое. Это вам и придется узнать. А теперь удачи и веселитесь, мои маленькие звездочки. Бах, исчез. Что все это вообще значит? А, всего лишь одно из маленьких приключений Кейна. Всякие веселые штуки, чтобы, ну, не дать нам... сойти с ума. Да. За себя говори. Если кому понадоблюсь, идите на... О, боже, господи, нет! О, боже! Кто-нибудь помогите! О, боже, они убили Зубл. Ну и ладно, перекусить не хотите? Ой, кстати, стоит проведать Кауфма. Думаю, он был бы рад знакомству с Помни. Моя неприступная крепость! Хочешь вместе с нами проведать Кауфма? Нет. Не особо. Полагаю, Кауфма сошел с ума. В последней беседе он нес бессвязную чепуху о выходе. Прямо как ты, Помни. Возможно, ты тоже сходишь с ума. Постойте. Разве это не значит, что выход все-таки существует? Или это значит, что ты потихоньку сходишь с ума? Стойте, мы не поможем, Зуб? Ну, думаю, стоит все же спросить. Блин, это как будто касцена из игры. Я не буду переставать говорить об этом. Это все сон. Да, сон, действительно. Все еще думает, что это сон. Почему ты так на меня смотришь? Я делаю всякое, лишь бы наблюдать, как веселые штуки происходят с кем-то. Блин, заяц явно прошаренный. Ладно, эти штуки мне уже надоели. Он явно прошаренный. Ты, я и Помни, мы проведаем Кауфма. В то время как Плакса и этот Ку-Ку... Вот этот. Думаешь, хорошая идея оставить их вместе? Конечно, а чё, да. Перед тобой двое самых стабильно уравновешенных и способных индивида. Вперед, дамы. Докучать клоуну. Моя комедийная маска опять разбита. Гаргл, напугала. Ну, здесь мы и живем. Точнее, мы здесь спим. Не то чтобы нам нужен был сон, но иногда приятно просто отдохнуть от всего, позаниматься там рутиной, знаешь. Держу пари, тут есть... О, смотри! Да, это твоя комната. Ее комната уже есть. Я до сих пор не пойму. Все эти приключения...
Она была только что загипнотизирована. Почему просто не попытаться найти... А почему у него перечеркнута комната? Что произошло? А почему она теперь нормальная? Через некоторое время ты осознаешь. А вот это кто? Нет, и вечная погоня за недостижимой целью начинает сводить с ума. И в конечном счете. Подожди. Там была одна перечеркнута. Может быть, этот чувак, который в виде шахматной фигуры, он уже был, только его убили, без понятия. Этого, с шансом потерять себя и забыть, для чего ты жил, и достигнув предела, с тобой может случиться нечто поистине страшное. Ты заяц! Заяц прошаренный, он смотрит на всех, типа, блин, я знаю, как этот мир устроен, и вы все с ума сходите, что-то кайфуйте. Слава богу, это лишь сон, да, помни? Да, помни. Зачем мы тут? Что мы делаем? Мы пришли к нашему другу. А что-то не то с ней, она заглюченная какая-то. Может быть, он не... Но персонажи прикольные. В порядке? Не парься, куколка, у меня есть ключ от его комнаты. Что? Откуда что? У него ключ? У тебя не должны быть ключи от наших комнат. Да, у меня от всего ключи, и все в норме. Кстати, я, возможно, кое-что оставил у тебя. Блин, он так смотрит на всех. Ты же не боишься сороконожек? Джекс! Это же буквально единственное, чего я боюсь! Чего? Не факт, что вопрос относится к теме. Я так заранее спросил. Ой. О, его-то я и искал. Спасибо, что присмотрел, Кауфи. Пойду, пожалуй, пока. О, Кауфман рассеялся? Ну, ничего. Что это? Возможно, то самое страшное, что я упоминала. Когда ты достигаешь предела. А? Так, подожди. Может, его еще можно исправить? Позовем Кейта. Блин, сейчас убьет ее. Мы не всегда ладили из-за моего типа большого смеха над твоими шутками. Клянусь, я действительно думала, что... Он сейчас убьет ее. Но они же... А, нельзя касаться. Прости. Но она же живая осталась. Блин, не, прикольно выглядит. Мне кажется, сейчас появится главный чувак и просто по щелчку пальца уничтожит эту галлюцинацию. Вот этот глюк, баг. Явно с этой рукой теперь что-то не так. Она сейчас вернется и попробует помочь? Не пойму, на что я смотрю. Мы заметили, как Глоин унес туда кусочек зуба, помнишь? А, да. Спасибо за объяснение. Господи, мы так себе справляемся. Она в агонии. Здорово. Ребят. Джекс! Мы нашли нору зубу. Круто. Как там Кауфму? Надеюсь, он не злится на меня за то, что я не смеялась над его шутками. А он в порядке. Да. Вообще, скажу, что никогда не видел его счастливее. Что ж, приятно знать, что он окончательно... Зайцем явно что-то не то. Кстати, он просил передать это. А, ну и он сам прыгнул туда, зачем? Что происходит? Вот это графоний. А, ой. Что это? Ау? И что происходит? Что это за монстр? Тебя ведь так зовут, да? Эй, слушай, я не хотела оставлять тебя. Я просто... Взгляни на руку.
Я не знала, что делать. Тебе нормально. Тебе нужно найти Кейна. Он сможет починить меня и позаботиться о Кауфму. Трэш. Ладно, но где мне его найти? Я не уверена. Просто поищи вокруг и позови его. Хорошо. Ты хочешь, что сейчас на части разорвет? Или ее сейчас уничтожат и новую сделают. Скоро буду, обещаю. Хорошо. Видишь, манекены. Почему манекены здесь есть? Мне жаль, что твой первый день был так ужасен. Да, ну, не... А почему манекены здесь? Я... А кто-то перечеркнут. Кейном. Это же не просто так. А это черт смылся. Она что бегает? Ой. Манекен. Ой, ужас. Ужас какой ведь. Что за страшилка? Что за негуитерианское отмение смеет находиться в гнезде королевы Клайвков? А, так вот ты кто. Знаешь, стоило бы сначала спросить моего согласия перед тем, как вынуждать смотреть на подобную мерзость. Как презренно. Кроме той, что смеет открыть рот в присутствии моей королевской особы. Что ж, как член королевской семьи, я хотел бы любезно попросить о... О, смотри, там Зубл. Привет, Зубл. Помогите, идиоты! Как грубо, Зубл. Теперь я не хочу помогать тебе. Нет, я всегда проигрываю. У нее потому что всегда бумага. Что-то не то происходит. Спрятаться, спрятаться. Где же спрятаться? Что-то с глазами не так. И рука у нее, кстати, рабочая. А, нет, перепутал. Это же зеркало, что это я? Что там? Кто это? Псенки? А он прям под ноль уничтожает. И побежала, побежала. Нечто. Я бы не орал так. Вот сейчас она попытается открыть дверь. Блин, это что, Illuminate игра? Она же так выглядела, Illuminate, такая же графика. Че, она так и будет идти? Но она же должна понять, что что-то не то. Ой. Хана. Что она сказала? Бог? Странно. Все же вы смотрите. Я здесь не ради приключений. Я тут прячусь. Рад, что ты в порядке. Ты же не видел эту игру? Блин, у него глаза страшные. Я... О чем ты говоришь? Что происходит?
Это просто Кауфма, не парься. Кауфма рассеялся? Не, он в порядке. Действительно, как нам выбраться отсюда? Ребята. Да мы вперед. Так нет, стоп, о чем это я? Не, о чем он грубый такой? Стой, помни, не с вами? Разве не для нее вы все это затеяли? Тихо, я не слышу эскалатор. Это же Illuminate. Там такие же локации были. Закулисные. Старый компьютер. Все, она с ума сошла. Давайте только без скримеров, пожалуйста. Это самое главное, херней полной занимается. Знаешь, как заставить меня сказать это предложение? Что? Оповещение на моих Wacky Watch в такой час? О нет, кто-то вышел в пустоту! Они же сейчас испортятся! Вот так вот! Что тут, черт возьми, произошло? Ах да! Моя работа! Кейн! Кауфма прошел через Кауфмозис и рассеялся! Кауфму рассеялся? Что ж мне никто не сказал? И отправляемся в подвал! Блин, поверить не могу, что Кауфма так просто сдался. Ну, без обид, королёр, но я думала, что это будешь ты. Спасибо. Думаю, это очередной раз доказывает, что на королёра нельзя положиться. Мне так больно! Всё. Вот так вот. Щелчок. И она тоже восстановилась. Мне следует извиниться за то, что солгал о выходе. Я знал, насколько вы все хотели, чтобы он был, но, знаете, у меня была куча проблем с идеей, что же сделать на другой стороне, и в итоге я так и не закончил. И вы знаете, как мне не нравится показывать людям незаконченную работу. Особенно, если это уводит вас в пустоту. Итак, смотрю, вы победили королеву Глоинков, так что приключение окончено. Ваша награда — восхитительный цифровой пир, приготовленный нашим шеф-поваром Пузырьком. Сделано с любовью и в рамках закона, конечно же. Знаете, а лично я проголодался. Ты даже ничего не сделал. И чё? Голодным-то я могу быть. И чё? Ну, не совсем. Ведь нам не нужно есть, пить или спать в этом цифровом мире. Таким образом, цифровая еда здесь дает только виртуальное ощущение еды без каких-то... Чё, она с ума сходит? Вопрос. Как она попала сюда? Эти все живут здесь уже давно, и они кайфуют. А она... Что, привыкнет?
ну, показано, да, что это все в компьютере находится. Озвучено NDR Production по заказу Glitch. Ну, музычка какая-то. Он на самом деле прикольный мультик, но он такой, как бы, за один присед смотрится, всего лишь 25 минут. Ничего такого прям вау-крутого здесь нет, но просто как мультфильм можно посмотреть. Как обычный мультфильм с такой прикольной историей. Видно что-то модное такое, современное. То, что мир, который бы не находится на самом деле в компьютере, и через какой-то там, через какой-то выход непонятный этот компьютер можно найти, а если что-то не то сделать, ты заглюкаешься весь и превратишься в монстра, и в какой-то момент прилетит вот этот бог какой-то, чувак главный, я так понимаю, это разработчик, да, и просто тебя засунет куда-то подальше. Ну, я так понимаю, все эти, это просто баги, а вот этот чувак, который вот с челюстью вместо головы, он разработчик, и он эти баги чинит. Как бы. Ну, все же иногда бывает, в программе что-то ломается в игре. Здесь то же самое. Ладно, всем спасибо, прикольный мульт. Всем спасибо, всем пока.